Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Вы на канале Королевство игрушек. Это канал о вязаных игрушках, амигуруми, крючком. И иногда я показываю здесь на своем канале изделия, вязаные изделия, не только игрушки, аксессуары, корзинки, свитера, снуды, носочки, в общем, все, что вяжу. Но в основном, конечно же, я вяжу игрушки. Меня зовут Наташа. Всем желаю приятного просмотра. Спасибо всем за активность. И сразу скажу в начале видео, что у меня ВКонтакте есть группа по вязанию, называется «Королевство игрушек». Я под видео оставлю ссылку и в закрепленном комментарии также оставлю ссылку. Если вы хотите связать бесплатные, если вам нужно бесплатное описание моих игрушек, проходите по ссылке, вяжите, с удовольствием подписывайтесь. В общем, все как обычно. Если вам нравятся, конечно, мои игрушки, если нет, то нет. В общем, сегодня я довязала наконец-то кудряшку. Это героиня, не главная, ну, почти главная, из детектива «Финик». Значит, с чего все началось? Сейчас я вам ее покажу. Я ее доделала. Вот так выглядит эта девчонка. Так. Надо же еще ее уложить так, чтобы она полностью вылезала в кадр. Вот так, значит. Итак, героиня мультфильма «Финик», детектив, по-моему. Это мультфильм, кто не видел, о домовых. Их там как много, не знаю, сколько персонажей, но у меня в планах связать всех персонажей этого мультфильма. Я на них настраиваюсь, вернее, настроилась в планах, свой блокнотик уже записала, они у меня есть. Первый персонаж, кого я связала, это кудряшка, помощница Финика. Ой. Если вы видели этот мультфильм, пишите в комментариях, похоже, не похоже. Я вот как увидела, так и связала. Значит, вязала я ее из плюшевой пряжи. Это Alize Softy Baby. Голубой фиолетовый цвет. Желтым вязала пальцы на руках и на ногах. Это у меня детская новинка. А это вот это вот Dolce Baby от Yernard. Связала ей шарф. У нее, конечно, никакого шарфа нет, но мне так увиделось. Значит, прическа. Вот эти вот кудри. Не знала вообще, с чего их сделать. Долго думала. В итоге нашла у себя пряжу вот такую вот. Вот так она выглядит. Не помню, где этикетка. Вот есть точно такая же. Camtex творческая пряжа для ручного вязания. Состав 100% хлопок. И в 100 граммах 270 метров. Made in Russia. Из России сделано. Значит, эту пряжу я покупала на базе. Давно, получается, покупала 3 мотка. Голубой, оранжевый и бирюза, вернее, оранжевый. И был еще какой-то. Не помню точно. Где-то лежит у меня в голове уже с этой пряжей. Все поперепуталось. Итак, значит, отдельно вязала все. Оно у меня получилось 30 сантиметров, если я не говорила. Так, смотрите. Каждый пальчик вывязывала, соединяла, делала ступню, подошву. Потом вывязывала ногу, вторую ногу точно так же вязала тело. Из тела у меня вышла голова, шея, голова. Отдельно, значит, вязала ей руки. Вот так же тут на руках у меня 4 пальца, так это выглядит. Значит, пальчики, руки пришивала, уши вязала отдельно, пришивала. Здесь я и вышила брови, и над глазами. Глаза у меня полубусины приклеены. С носом не знаю, что делать. Вроде он и есть. Надо его то ли вышить, то ли еще что-то сделать. Вот такая вот копна у нее получилась. Как вы знаете, вот эти вот висюльки вывязывать долго. Ну ничего. Это того стоило. Значит, забавная такая игрушка. Она не на продажу, не на заказ. Она вообще, я подумала оставить ее себе. Вообще хочу связать серию всех этих игрушек, но надо, наверное, поменьше их сделать. Может быть, эту оставлю себе.
а остальных буду вязать уже поменьше. Это у меня такая пробная версия этой кудряшки. Значит, вот такая веселая девчушка домовой. Да, вот такая девочка. 30-сантиметровая. Дальше у меня в планах, я в растерянности, даже не знаю, кого вязать. У меня очень много пряжи. Сегодня забрала я еще, так, 25 мотков. Это моя любимая Woolens Fox, 5 мотков пришел наборчик. У меня и так ее уже очень много. Ну, я заказываю, чтобы у меня были разные оттенки, потому что игрушек хочется связать очень много. Вот она на подушке идеально подойдет такая... Ну, кто вяжет из этой пряжи, тот точно знает, что это за пряжа. Значит, я покажу вам пряжу, какая пришла. Пришла еще Минк. Так, кудряшечку я свою уберу ненадолго. Так вот положу. Бабочка мне очень нравится. Хочется тепла уже. Настроение такое солнечное, весеннее. А у нас на улице холода холодами. 30 с лишним градусов было ночью. Сейчас поменьше, 18. Итак, нашла я вот такого вот цыпленочка недоделанного, и мне его нужно доделать обязательно. Это у меня из плюшки также связан. Надо вышить бровки, окантовочку тоже на глазах сделать. И ему нужен хвостик и лапки. Вот так вот. Надо доделать, казалось бы, все просто. Все валяется в недоделках, доделывать надо обязательно. Итак, сегодня мне пришел набор пряжи от Woolens Fox. Вот посмотрите, какие нежные оттенки. У меня ни одного такого мотка нет. То есть у меня их есть несколько, но не таких. Вот этот вот. Кто не знает, это супер мягкий полиэстер в 100 граммах 100 метров. Вот так вот выглядит эта ниточка. Невероятно мягкая, игрушки получаются. Вот покажу, у меня есть в наличии игрушечка. Вот такая вот. Из этой вот пряжи. Крючок я брала 3,5 миллиметра. И вязала. Связала вроде мишку. Потом написали... Одна девушка в комментариях написала, что больше похоже на овечку. Я даже с ней согласилась, потому что пригляделась. Да, ну точно. Вот такая вот нежная, мягкая. Кстати, вот такие вот описания мишки, значит, желтого. Зайчик у меня голубой есть в группе ВКонтакте. Бесплатное описание. Приходите, смотрите. Вот и такие вот игрушки получаются с этой пряжи. Обалденные. Посмотрите, сколько оттенков. Вот. Вот, значит, этот, вот такой вот желтенький пришел. Кстати, камера их немного затемняет, они посветлее, чуть-чуть посветлее. Такая вот красотища. Разная палитра, очень много всяких разных, красота. Значит, покажу вот такие еще. Есть вот такой у меня. Вот такой, вот такие нежные цвета. Бирюза. Прям этот бирюза, тут голубой на камере, а он бирюза этот светленький такой, посветлее. Вот такие вот. Да, вставка, кстати, очень быстрая. У меня же пряжа прям классная. Кто из нее вяжет, тот, не знаю, кто из нее вяжет, и вернее, поправлюсь, и кому она нравится, те будут, те меня поймут. Вот так. Значит, красота у меня такая. И сегодня забрала, значит, вот такую вот пряжу. Это у меня Минк от Ернард. Вот, опять же. Ну, камера почти передает. Теперь у меня, смотрите, в запасах сколько ее. Так, значит, серенькая. На зайчиков, мишек и на других. Так, 10 штук серенькая у меня, розовая. Так, тут у нас что? В 50 граммах 75 метров. 100% полиамид. Такая вот меховушка тоже.
Игрушку тоже с нее вязала. Классный получается. Вообще отличный. Итак, у меня есть темно-серый 2 моточка. 10 мотков розового. Белого осталось 6 мотков. И серого 10. Еще хочется. Уже и так все завалено. Пряжу складывать некуда. А мне все хочется и хочется еще, еще и еще. Ох, муж приедет с вахты, скажет, ты вообще, наверное, сумасшедшая. Будут. Я у него, вернее, давно уже требую свой кабинет отдельный. Но его пока негде делать, поэтому все у меня раскидано. Не раскидано, разложено пряжа везде. Итак, у меня в планах очень много игрушек. Я хочу связать мальвину, буратино, пьеро. Может быть, кто-нибудь из вас подскажет мне, где есть, где заказать голубые волосы. Еще вот найти не могу для кукол. Или придется мне вот делать мальвине именно, ну, вывязывать, наверное. То ли вывязывать, то ли из нита, из пряжи делать. Еще покажу вам сегодняшнюю одну покупочку. Это у меня носики. Вот такие носы пришли. Смотрите, они разного размера. Так. Начинаю вот такие. Смотрите, какая прелесть. Они такие яркие. Вот тут, наверное, да, вот тут вот такой цвет. Тут камера уже затеняет. И вот такие вот малышки есть. Значит, 125 штук разного размера. Стоят они 418 рублей на Вайлдберрисе. Они мне так были нужны. Случайно увидела и наконец-то вот заказала. Пришли, дождалась. Доставка также очень быстрая. Вообще прелесть такая. Вот они, заглушечки. Хорошо были упакованы. Продавец вот просто раньше срока пришли. Красота, у меня теперь есть в запасе вот 125 штук, представляете? На 125 игрушек. Коробочка целенькая, никаких дефектов. Ничего подобного. Красота. Одним словом, вяжи, 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 есть все. Ресницы, носы, глаза, чего только нет. И бусинки, и пряжа, и крючки всех видов и размеров. Есть все. Остается только найти много свободного времени. А его не очень много. Стараюсь как могу. Иногда прям даже укорачиваю свой сон, лишь бы только повязать. Итак. Желаю вам всего самого наилучшего. Приятного вам дня. И вообще приятного времени суток, если у вас не день. Желаю вам солнечного, весеннего настроения. Нам осталось дожить только, прожить еще один месяц зимы. И будет весна, наконец-то будет солнечно, будет уютно, красиво, тепло. Начнут распускаться листочки, птички уже поют по-другому. И вообще, с вами была я, Наташа. До новых встреч. Пока-пока.